Алмамбет Ашыкмаматова политмер назвал одним из самых неэффективных лидеров фракции в парламенте. Он дал 4 обещания, но ни одно из них не выполнил. Так, в 2015 году перед выборами Алмамбет Насырканович обещал, что фермеры будут получать кредиты под 4% годовых. Прошло 3 года, а агрокредиты до сих пор дают под 16, а то и под 18%. В Джумгале Шыкмаматов пообещал открыть центры, в которых бесплатно лечили бы пожилых. Атамекен в парламент прошел, а медико-социальные центры в Нарыне так и не появились. Алтынбек Сулайманов в предвыборный период поступил хитро. Конкретных обещаний он не давал, всегда ограничивался пространными заявлениями. Если мы дали слово, то мы выполним. Мы свои обещания выполняем в срок. Если Бирбол пройдет в парламент, то депутаты будут открыто высказывать свою позицию по тем или иным вопросам, обещал Сулайманов. Но практика показала, что фракция почти никогда не перечит Белому дому и генеральной линии президента. Бакыт Турабаев впереди всех не только по количеству, но и по амбициозности своих невыполненных обещаний. Лидер фракции «Өнүгү Прогресс» успел пообещать ни много ни мало вывести страну из бедности, а еще трудоустроить безработных, построить социальные магазины и малые ГЭС, открыть ПТУ. 8 из 11 предвыборных обещаний политик успешно забыл. Зато депутат добился запрета использования праворульных машин в такси. Поправки начнут действовать в 2020-м. Принята госпрограмма. Программа по доступному жилью. Но проценты займов оказались слишком высокими. Приобрести собственное жилье большинство населения не может. У ИСУ Муркулова на посту лидера фракции всего лишь одно обещание – разогнать госипотечную компанию, если они не пересмотрят работу. Итог – никто никого не разогнал и никто ничего не пересмотрел. Канат Канеметов, Хасан Гафиров, телеканал «Апрель».